Российские спецназовцы в четверг убили двух человек, подозреваемых в подготовке терактов в перестрелке в Нальчике. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. Подозреваемые были заблокированы на окраине столицы Кабардино-Балкарской республики и, как сообщается, открыли огонь по спецназу ФСБ. По данным ведомства, они были членами банд-группы, входившей в состав международной террористической организации, и планировали совершение ряда диверсий и терактов на территории республики. Комитет не сообщил подробностей о действиях, которые, как предполагается, планировали подозреваемые. Перестрелка произошла на фоне повышенных мер безопасности после нападения боевиков на московский концертный зал 22 марта, в результате которого погибли 145 человек.